Здравствуйте, дорогие мастерицы! С вами Ольга Иванова. Сегодня я получила посылку с интернет-магазина, заказывала по России, наложенным платежом. Итак, что же я получила? Вот таким образом упакована посылочка, вложен чек. И первое, что я достаю, это краски для росписи ткани «Батик Хобби». Все дошло в целости и сохранности, стоили они чуть более 500 рублей. Уже попробовала, очень понравилось. Далее идет ПВС для обработки ткани. Кто занимается цветами, знает, о чем я говорю. Если нет, пишите в комментариях, я отвечу на ваши вопросы. Далее идут коврики из силиконовой резины, жесткие и мягкие. На них обрабатывают цветы. Ничего особенного, можно обойтись и без них. Итак, далее то, ради чего я заказывала эту посылку. Это пресс-форма. Пресс-форма лепестка и листика. Стоит дорого, поэтому в следующем видео специально для вас я сделаю обзор этих пресс-форм и покажу, как они работают на разных тканях. Пресс-формам я купила паяльники. И, собственно говоря, сейчас я вам покажу, как они работают. Итак, в наш паяльник вставляется пресс-формочка. Нагревается. И начинаем печатать лепестки. Далее мое самое большое разочарование в этой посылке – это тычинки. Как заявлено, тычинки из Японии. Конечно, они очень качественно выполнены. Нет ни брака, ни слипшихся тычинок. Они необычной формы, клиновидные. Но стоимость их – 150 рублей пучок – высока. Поэтому, конечно, я ожидала большего. Тем более на сайте они выглядят немножко по-другому. Вот такие вот красивые, но очень дорогие тычинки. Также я заказала флористическую проволоку. Здесь 1 кг. Диаметр проволоки 0,6 мм. На эту проволоку мы будем прикреплять бутоны для цветков канзаши. Всю информацию о доставке и ее стоимости я размещу под видео. Спасибо за просмотр.